аэропорту Курык Мангистауской области обработали миллионную тонну груза. Перевозил его азербайджанский паром. Сейчас он направляется в азербайджанский порт, затем в Грузию и оттуда в Европу. План по перевалке в 540 тысяч тонн на этот год уже перевыполнили в два раза. До конца 2017-го в порту планируют обработать 1 200 000 тонн грузов. Азербайджанскому парому академик Зарифа Алиева выпала честь перевезти из порта Курык миллионную тонну груза. 50 цистерн с мазутом и газойлем, вагоны с товарами народного потребления уже готовы к загрузке. И вот он, исторический момент. С начала года в Курык зашли уже свыше 200 паромов и сухогрузов. На экспорт отсюда отправляют зерно, нефтепродукты, удобрения и уголь. Импортируют овощи и фрукты из Грузии, кондитерские изделия и мебель из Украины. До конца нынешнего года в порту планируют обработать 1 200 000 тонн грузов. Буквально год назад, в день индустриализации, президент страны, лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев дал старт порту Курык. И сегодня именно этот старт дал ощутимые результаты. При плане 540 к концу года сегодня уже порт Курык выполнил 1 000 000 перевозки тонн груза. Пока порт Курык сотрудничает только с азербайджанским портом Алят. Все грузы идут транзитом только через них. В планах расширить паромное сообщение с Туркменистаном и Ираном. Курык – активный участник транскаспийского международного транспортного маршрута. Сейчас уже порт Курык, уже все грузы, которые идут уже с Китая, порт Курык уже обрабатывает. То есть порт Курык уже ключевое звено вот ТНТМ маршрута. То есть порт Курык тем самым расширил наши морские ворота. Сейчас здесь идет активное строительство автомобильного паромного комплекса. Завершат его в середине декабря. Если раньше автомобильные паромы шли через порт Актау, то теперь они пойдут через порт Курык. Причал автомобильной составляющей порта – это вторая фаза строительства. С его завершением порт выйдет на проектную мощность и сможет обрабатывать до 6 000 000 тонн грузов в год. Ольга Золотых, Саламат Бикбаев. Итоги дня. Мангистауская область.